Мы находимся в городе Харькове, парк Горького. Вечер, 24 декабря 2017 год. Мы просто пришли сюда походить. Самый лучший парк в Украине. Да. Мы тут. Идем. Тут очень много известных людей ходит. Как Женя Белозеров? Женя Белозеров здесь ходит. Да, постоянно. А тут на велосипеде катается, мы видели. Не здесь, чуть дальше. Тут был Владимир Зеленский. Он тут снимал свой фильм. Клип. «Слуга народа 2». Да, смотрите фильм. Вам понравится. Тут есть... Тут есть туалеты, как писсуары такие. Нету. Есть. Но я их не видела. Показать здесь туалеты? Не надо. Олег, здесь есть туалеты. Не надо. Я в туалет. Можно? Уходи. Нет, ты куда уходишь? Я в туалет хочу. Здесь есть туалет. Да, мы идем в туалет. Я хочу в туалет. Надо обойти тут, вокруг этого дома. А здесь я катался на этих самолетах. А я не каталась. Здесь? Я каталась где-то тут. Там. Красота. А есть много козликов там, где Иисус. Где? Вот Иисус. Пошли, я тебе покажу. Ты что, не видела? Иисус? Откуда он сейчас? Они на козликах маленьких убегали. Вот. Вот это большой, видишь, мужик? Да. Это отец. Вот эта девушка, это его жена. А это маленький, это Иисус, поняла? Да. А они убежали, потому что их могли убить. Я читала немножко. Все насыпятся. Отойди. Пошли дальше. Там какая-то наркомания. Наркомания какая-то точка. Вон аллея большая. Побежали. Тихо, тихо. Где? Можно ли как? Там улица Сумская. Пошли. Километр? Наверное, да. Надо померить будет. Запад, у меня родня, запад, а, на. Поехали! Поехали!
Поехали! Опа-опа-опа-па! Опа-опа-опа-па! Гоу! Поехали! Поехали!